красота – это гармония. Гармония внутреннего состояния человека. Красоту надо спасать, потому что красота, особенно вот в мире гламура, она приобретает действительно страшную силу. Туфли спадали. Когда ты сам выходишь на сцену, ты видишь, что на тебя падает свет, что люди на тебя смотрят, что вот ты идешь уже, и идти уже некуда. И ты понимаешь, что уже вот сейчас либо ты умираешь, либо ты проходишь идеально. You should know your final goal, and don't back down if you fall. And maybe then you'll find a chance. Цветочно, красиво, необычно. Advance. You go on the stage with your grand band and shake. Страх, радость, улыбки. Все было очень по-настоящему и было очень весело. Показ, цветы, праздник. У кого сегодня самое красивое платье? У меня, конечно же. Ну, в общем, это было просто волшебно. Дизайнер своей жизни – это занятие с моделями, хотя, в принципе, они занимались не только модельным искусством, но и многими тренингами личностного роста, да, и саморазвития. Первая задача, которую мы решали, это именно, чтобы они подружились, и у них была открытость друг к другу, потому что невозможно участвовать в таком сложном многоуровневом процессе, не понимая, не чувствуя друг друга. Например, им нужно было проходить по подиуму и чувствовать прямо вот каждое движение партнера, чувствовать его состояние, и быть как одно целое. И вот на первом тренинге творческой коммуникации нам как раз удалось, чтобы они подружились. Мы пытались создать или вспомнить состояние счастья, которое испытывала или может испытывать женщина, и как это важно – светиться счастьем, радостью и нести это людям. И буквально за месяц произошли, можно сказать, чудесные превращения благодаря разным занятиям, встречам, упражнениям. И они пришли на шоу уже совершенно преображенными. Я подарок для человечества, потому что я радость. Сказка – это часть нашей жизни, и мы начинаем знакомиться со сказками с тех пор, как нам родители читают сказки, и потом мы читаем своим детям или сами читаем эти сказки. Что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Цель занятий была в том, чтобы как раз помочь людям, особенно молодым, раскрепостить себя. Гораздо быстрее обучались молодые люди. То есть чем моложе, тем быстрее они обучались. Семья. Это мне важно. Меня зовут Полина, мне 12 лет, и я занимаюсь танцами. Я была очень стеснительная, наверное, это даже видно в первом видео, я была очень стеснительная. Меня зовут Полина, и я здесь, потому что я хочу стать моделью. Теперь я как бы уже не такая стеснительная. Ну, мы ходили, позировали. Ну, наверное, самое сложное было как бы научиться ходить правильно. Важно очень много вещей, и, наверное, самое важное – это доброта. Меня зовут Ева,
Мне 13 лет, я занимаюсь профессиональным вокалом и плаванием. Когда ты в воде, ты просто не ощущаешь ничего, ты вот просто... Ты сам становишься водой. Мне очень нравится позировать, очень нравится ходить по подиуму, разные костюмы мерить, это так круто. Работать вот перед многими людьми на подиуме, то есть просто пройтись, это со стороны выглядит легко, но на самом деле то, что ты чувствуешь внутри, это переполняет тебя, и ты хочешь в один момент засмеяться, в один момент ты хочешь уже заплакать. Наверное, я стала более женственной. Вот если изначально я была как пацанка, то есть я одевалась в джинсы, в толстовку, могла заплести пучок себе и пойти спокойно на люди, то сейчас я как-то уже вот так не могу сделать. И... Да. Научиться ценить себя. Да, меня зовут я Безника. Можно меня легко найти. Мне очень нравится редактировать свои фотографии, писать посты и выходить в сторизы. Да, вы там идете, вот просто вот выходите себя снимать. Сегодня я иду на мастер-класс по Инстаграму, да? Или сегодня я узнала то-то, то-то. И просто это выкладывать. Вообще у меня была такая настрой, что я приду и начну каждый день, как бы будет такая практика по походке. То есть научиться правильно ходить, красиво и как бы на каблуках. И вообще как бы... Научиться, не знаю, краситься и как бы делать интересные прически. Самое, наверное, такое смешное было, вот когда мы ходили по подиуму. Я очень получаю кайф от этого. И на этот раз, когда я выходила, например, я полностью забыла, что мне нужно было встать именно в какую-то позу. И я так резко просто развернулась и убежала. Но это как-то меня не сбило с толку, я как будто это сделала, как будто так и надо было. Но вот именно что реально изменилось, это правильная такая красивая походка. Потому что раньше, когда я ходила, я так это виляла попой, и вообще как бы, ну, непонятно, что я вообще делала. Как для меня это был такой вот вопрос, что как я красиво ли хожу, или вообще нет. Не знаю, вот даже каждый день, когда я выхожу на улицу, это как-то... Ой, посмотрите, пожалуйста, на меня, как я, не знаю, выхожу. Смотрите на мою походку вообще. Самое сложное было и до проекта вообще научиться смотреть на себя в зеркале. То есть при любой походке, потому что и также, когда я занималась танцами, это всегда вот было всегда на ноги, смотрела через зеркало, не могла всегда никогда вот на себя посмотреть, именно в глаза. И косолапу иной раз было, а сейчас как бы такого даже нету. Я себя чувствую профессиональным, потому что меня научили, как это делается, и постепенно начала как-то вот увереннее в себе становиться, и моментально я научилась смотреть на себя. Теперь мне больше эти зеркала не страшны. Многие женщины, я это, и у меня это есть, да, то есть не принимают себя вот в полной мере. Вот. А здесь вот хотелось бы, да, чтобы женщина полюбила себя. Вот она увидела себя такой, вот какая она потенциально может быть. В жизни... Нравится себе, любить себя и принимать себя такой, какая ты есть. Меня зовут Маша, мне 14 лет, и я занимаюсь волейболом. Мне нравится волейбол, потому что вот то ощущение, когда ты выходишь на площадку и побеждаешь, и вот, наверное, вот поэтому. Я, получается, очень была застенчивая, закрытая, не могла смотреть на себя в зеркало, то есть была очень такая несамоуверенная. И я научилась действительно любить себя, смотреть на себя в зеркало и нравиться себе. Раньше меня очень зацикливало мнение, что обо мне думают люди. Меня это очень расстраивало, если кто-то мне что-нибудь говорил, что, допустим, мне не нравится твоя прическа, или твоя обувь мне не нравится, да.
А сейчас, то есть если мне кто-нибудь подойдет и скажет, так, мне не нравится твоя обувь, и что, мне она нравится, я буду ее носить. То есть, наверное, вот это. Курс, который мы сделали, он помог, ну, он включал в себя возможность посмотреть на себя с разных сторон, изучить более глубоко свои собственные потребности, возможности и раскрыться как прекрасный цветок вообще в своей индивидуальности. У меня в проекте была двоякая роль. Я была как участником проекта, то есть самой моделью, и показывала платье так, и ведущим некоторых мастер-классов, которые входили в состав проекта. Особенно понравилось на сцене выступать в роли модели свадебного платья. Королеву себе нашла. До этого был ученый, до этого была мама, до этого был работник, консультант, а тут еще и королева. Такая женская, хорошая такая часть, которая вышла и покрасовалась. Каждый человек с помощью других специалистов, когда они его направляют, является все-таки сам дизайнером своей жизни, потому что другие люди и специалисты, они могут оказать только поддержку, помощь и дать направление, но у тебя есть свои руки, да, есть то, что в тебе уже есть и заложено с рождения, и ты сам дизайнер того, что есть в тебе и способен это преобразовывать. Не может кто-то за тебя твою жизнь прожить, не может он ее сделать за тебя. Это все только ты сам. Но здесь еще очень важно и понимать, что человек, участвуя в этом проекте, дизайнер своей жизни, он понимает, что он дизайнер только своей жизни, но не жизни другого человека. Это как раз и относится отчасти к ассертивности. И понимание, что другой – это другой, хотя вы с ним вместе. Но дизайнером жизни другого ты быть не можешь. Но первый мастер-класс был посвящен коммуникации, ассертивной коммуникации. Как мы назвали его, «Границы без войны». Позиции в агрессивной, в гневной позиции, да? То есть я вообще в порядке, а ты полный придурок вообще, ты не в порядке. И подвинься-ка, пожалуйста, отсюда, да? Вот. Это не позиция ассертивности. То есть сложилась интересная ситуация, вот эта тема, которую мы заказали, которую мы задумали, она постоянно проходила с нами разными ситуациями через весь проект. Таким образом, участники могли постоянно обучаться этой коммуникации и тренировать навык. Второй мастер-класс – это было как раз построение команды, да, и вот этого вот общего, скажем так, такого поля, да, потому что мы все, хоть и показывали разные платья, и разные были дизайнеры, но у нас была одна цель – сделать вот это шоу. Да, очень было интересно, потому что я консультировала в одной физической компании и предложила им сделать такое же упражнение для того, чтобы участники этого коллектива в компании больше чувствовали друг друга, не понимали, а именно чувствовали на полевом уровне. Так Роберт Дилс называет это полевая коммуникация. И они не смогли этого сделать, что было очень странно. Я им предложила сделать упражнение 3 раза, но участницы и участники нашего проекта в «Глория» шоу, они как раз и начали делать его достаточно правильно, причем сразу. Каждый из вас про себя внутри должен выбрать одно из этих движений. Главное в жизни, с моей точки зрения, это проживать эту жизнь. Не ждать, что она когда-то придет завтра, а именно сегодня дышать и проживать. Каждый человек, он уникален. То есть это вот как, ну, я не знаю, вот пазлы, да, вот когда мы собираем картины, или вот на клумбе цветы, да, вот каждый, каким бы он ни был, маленьким, большим, там, красивым, скромным, там, незаметным, но тем не менее, в каждом есть свое уникальное предназначение для того, чтобы, ну вот, привнести в этот мир красоту и гармонию. Трупити гаус мануроминти, недаук норс, трупити тилос, буркада балто фокшо минти, баленджи мега куполос.
спортивная вообще, я всю жизнь как бы спортом занималась, там и легкой атлетикой, и гимнастикой, и велосипед, плавание. Потому что это адреналин, он поднимается, когда вот ты едешь, допустим, на велосипеде. Адреналин это жизнь. Это я холерик по темпераменту, это нормально. Это. Без адреналина это просто пустота для нас, холериков. Решила просто испробовать, как бы попробовать свои силы. Во-первых, во-вторых, это было новое, это было заманчиво, это была интрига. Это была интрига, это интересно. Я считаю, что каждая женщина должна, даже и мужчины, должны пройтись по подиуму хотя бы раз в жизни. Так, немножко так, фигурка была бы так, подкручиваешь. Подкручиваете себя, вот и все, и будет у вас фигурочка, тут талия. Я просто преодолела много комплексов неуверенности. Я вообще даже, хотя я поэтесса 20 лет, я хожу на сцену, но я до сих пор, у меня ноги как бы потрясываются. Потому что это с каждым разом, выходя на сцену, выходя на подиум, ты, естественно, преодолеваешь комплексы страха. Да, проект мне был очень важен, потому что были и очень хорошие уроки, которые преподавали профессиональные преподаватели. Очень хорошие, новые – это психотипы. Это обожаю. Я теперь вот именно интересуюсь, как одеваться, почему так, почему. У меня естественный гамин. Одри, это как бы мальчики, девочки, но больше… Конечно, у них очень много женственности, но в то же время такого азарства. Сексуальность у них не такая явная, вот как у драмы, которая вот все такая там красивая, яркая. Здесь присутствует такая какая-то невинная сексуальность. Естественно, это естественно, вот как бы каждодневный, там, допустим, вот рабочий тип. Я больше такое, как бы сказала, там джинсы, рубашки и тому подобное. А гамин это уже как бы такое, знаешь, цвета там, допустим, розовенькие, синенькие, там вот какие-то, знаешь, такие шалостливые немножко, как бы такие шальные. Так, ну, пошалить. Вот мне нравится гамин. Это гамин. Мне нравится. Вот это тот и есть креативчик, к которому мы постепенно все-таки придем. Это уличная мода, и она не знает рубежа возрастного. И при этом Рамута чувствовала себя не скованно, а наоборот открыто. Меня зовут Лена Ермошкина. Я представляю компанию «Инканта». Мое участие в проекте, оно самое незаметное, в принципе. Небольшая команда, которую я составила из мастеров, профессионалов, парикмахеров и визажистов, принимала активное участие в подготовке именно волос к показу. Я проводила урок, посвященный уходу за волосами. В то же время два мастера одновременно быстренько на заднем фоне показывали, как делается причесочка за 15 минут. Сыворотка, которая наносится просто на кончики волос, чистые, только что вымытые, немножко подсушенные. Все, он больше ничего не делает. Он вам дает кератинчики и органовое масло в кончике волос. Все. Но этого достаточно порой, чтобы привести волосы в нормальное состояние. Пускай по рядам нюхайте. Они стали более выборочно относиться к тем препаратам, которыми они пользуются теперь. И они стали разбираться во многих вещах и, наконец-таки, читать этикетки. Для молодых участниц была примерка, особенно у Юли Дунаевой, с прическами, потому что это как бы их будущее. Девочка должна быть красивой, каждая должна попробовать прическу в своей жизни. Главное в жизни – заниматься тем, что тебе нравится, и идти к этому каждый день. Развиваться, общаться, жить.
нас уже есть ресурсы, да, просто человеческие, профессиональные ресурсы для того, чтобы замахнуться на уже такое уникальное новое направление. Вот. И оно естественным образом будет касаться человека. Вот человека в его индивидуальных проявлениях и в его личных желаниях. Главное в жизни – это жизнь. Всем привет, меня зовут Игорь Королёв. Я живу в Хельсинки 26 лет, занимаюсь в этом проекте продюсированием, увлекаюсь пинг-понгом, увлекаюсь чтением философских трудов. Я много было наслышан о проекте Логруса, почитал, ознакомился и понял, я тот человек, который нужен в проекте. Дизайнер своей жизни, даже в самом названии говорится о том, что человек ищущий, он всегда себя найдет, и как раз-таки этот проект, он дает возможность человеку самореализоваться. А я уверен, что в каждом человеке есть некая жилка, некий участок души, который не раскрыт до конца. She fooled you with an apple, now the spell is long and deep. Bleeding finger on the cinder, 100 years until we meet. From the path you fell to find a wolf. Сейчас вот как-то так собрались у нас такие профессионалы, которым всем интересно именно помочь в модели, да, то есть что у нас даже уже не модели, а это вот конкретный персональный человек, да, вот теперь вся основная изюминка нашего следующего проекта будет заключаться в том, что мы хотим дать возможность самому человеку, который пришел в наш проект, да, с помощью профессионалов, стилистов, визажистов, модельеров, да, чтобы она сама, вот эта персона, сама активно участвовала в создании своего образа, чтобы она доставала его из своей глубины, и чтобы профессионалы ей помогали.
have great glory and be pop. You should know your final goal and don't back down if you fall. And maybe then you'll find a chance to make a new genie advance. You go on the stage with your grand band and shake up this disparate land.